я знаю, что сегодня будет митинг против повышения пенсионного возраста. То есть я с этим категорически не согласен. Мне кажется, такими мерами правительство показывает свою неэффективность в работе. Сотрудники полиции по одному задерживают участников, но толпу это не останавливает, и движение продолжается по плану митингующих дойти до Театральной площади и там завершить шествие. Сейчас ВКонтакте пришло оповещение, Омск Лайв, трансляция, то, что по улице Ленина сейчас будет проходить вот пикет. Но вы не участвуете? Нет, мы не участвуем. А почему? Ну, не знаю, извиняюсь ответить на этот вопрос. Ну, я, конечно, как и многие люди, типа, недоволен вот этой вот реформой. Ну, то, что она неправильно, по сути, как... Ну и она, как считаете, она поможет или повредит? Она, конечно, населению? Она вредит, она наоборот, как сказать... Больше злит население. В общем, не нравится это. Пожалуйста, очень аккуратно музыки проходят для того, чтобы ничего не задеть. И случайно там никого не задеть. Ровно к 15:00 толпа подошла к Театральной площади, но сотрудники полиции отказались пропускать митингующих. В итоге люди сейчас стоят на противоположной стороне. Что будет дальше, пока неизвестно. Уважаемые граждане, проведение шествия и митинга не согласованы с административной либо уголовной ответственностью. Если согласовано организаторам, органами исполнительной власти, что за организацию часть незаконно публичном мероприятии. Я, помимо того, что я политолог, я еще юрист, я полностью проанализировать. Я не привыкла соглашаться с мнением других юристов, я сама полностью прочитала все законодательства. У нас абсолютно законная акция, и единственное, что я понимаю сейчас, что... Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас? Извините. А что случилось? Она организатор-то все спровоцировала, понимаете? Митинг не согласован был, она это знает прекрасно. А почему не согласовали? Отпустите мою маму! Отпустите мою маму! Отпустите, она инвалид! Я тоже, зачем ты придешь?